Здравствуйте! Рад приветствовать на проекте телеканала «Видное ТВ. Будь в форме» в цикле передач, посвященных спорту, активному отдыху и, в общем, здоровому образу жизни. Тема сегодняшней программы – как привести себя в форму, используя вес собственного тела. А поможет нам в этом инструктор фитнес-центра «Прайд» Ольга. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Домашняя тренировка – это что-то расплывчатое, неконкретное. Кто-то отжимается, кто-то делает пресс лежа на диване. В домашних тренировках все-таки нужно придерживаться какой-то системы? Я не против тренировок дома, но надо не забывать придерживаться некоторых правил. Первое. Не забывайте, что перед тренировкой должна быть разминка, и затем основная часть, и лучше, если вы ее заранее продумаете. В конце тренировки необходима заминка и сделать упражнение на гибкость. Следующее правило – вы должны контролировать технику выполнения, и не забывайте, что тренировки должны быть регулярными. Отлично, тогда переходим к самой тренировке. Но для начала выслушаем мнение специалиста по фитнес-тестированию. Тренировки в тренажерном зале отличаются от тренировок дома, 100%. В первую очередь тем, что тренировки в специализированно оборудованном помещении удобнее. Это первый момент. Потому что мы можем плавно наращивать рабочий вес, плавно его увеличивать. А нам это обязательно нужно делать. Потому что это основной принцип тренировочный, это принцип перегрузки. Если мы будем всегда работать с одним и тем же весом, то не получится прогрессировать, то есть лучше мы становиться не будем. Мы будем оставаться на одном и том же уровне. Да, действительно, можно выглядеть неплохо с помощью домашних тренировок, но выглядеть спортивно, круто, в фитнес-формате – нет, это сложновато. Да, действительно, есть люди, которые, у них прям хорошо получается. То есть у них прям хорошая генетическая информация, они действительно, у них все получается, и они могут прогрессировать. Но для среднестатистического человека это очень сложно. И не каждый обладает таким уровнем усидчивости. Потому что дома тренироваться надо одному, никто не подтрунивает, вокруг нет таких людей, которые работают над собой, которые будут мотивировать. Вот я, например, когда знаешь, тоже тренируюсь, да, не только специалист. Прихожу в тренажерный зал, смотрю, и мне хочется побить все рекорды. И я думаю, всем людям, да, особенно мужчинам, да и женщинам тоже, почему нет. Им хочется быть лучше, скажем, днем. Сравнение нужно. Одному скучно. Люди – существа социальные. Надо в социуме делать все. Для сегодняшней тренировки вам понадобится коврик. Если у вас его не оказалось дома, вы можете поменять его на полотенце. Также вам понадобится секундомер. Мы будем делать упражнение 30 секунд. Далее вы можете увеличивать это время 40 секунд и так далее до минуты. Так, первое упражнение нашей тренировки – это будет приседание. Поставьте ноги на ширине плеч. Угу. И приседать будем 30 секунд. Не забудьте засечь время. Поехали. Не старайтесь приседать очень глубоко, достаточно бедро опустить до параллели с полом. Наблюдайте, чтобы ваше колено смотрело в сторону стопы. Проверьте, что стопы плотно прижаты к полу. Не забывайте следить за дыханием. Опускаясь вниз, вы делаете вдох, и поднимаясь вверх, делаете выдох. Вдох делаете через нос, а выдох делаете через рот. Проверьте положение спины, она у вас прямая. Копчик, лопатки и затылок будут оставаться на одной линии. Следите за тем, чтобы шея не запрокидывалась назад, когда вы опускаетесь вниз. Грудная клетка направлена вперед и взгляд перед вами. Переходим ко второму упражнению. Вы можете сделать небольшую паузу. 15 секунд будет отдых или 15 секунд вы потратите для смены упражнения. Опускаемся на коврик. И переходим ко второму упражнению – отжимания. Сложный вариант, если вы будете отжиматься с прямых ног. Угу. И более простой вариант – отжимания с колен. Да, расслабьте стопы здесь, газ забыли про ноги. Все внимание будет к верхней части тела. Поставьте руки шире коврика. Угу. Сгибаем руки в локтях. И толкаем себя от пола на выдох вверх. Опять не забываем следить за дыханием. Вдох, опускаемся вниз и выдох, поднимаемся вверх.
Проверьте, что ваше тело находится на одной линии. Если вы делаете с колен, то ваш таз, лопатки и затылок тоже одна длинная линия. Ваша шея продолжает линию позвоночника, и макушка, верхняя часть головы направлена вперед. Да. Выдох, наверх. Отлично. Перемещаемся снова, поднимаемся снова наверх и переходим к следующему упражнению. Это выпады. Мы будем чередовать ноги. Не забывайте про секундомер. Вам нужно будет засекать 30 секунд. Итак, выпады назад, чередуя ноги. Начали. Помогайте себе руками. Их лучше держать перед собой, не облокачиваясь на бедро. Да? Ну, в движении руки. Ставьте ноги на ширине таза. Чем дальше у вас стопы, тем лучше вы будете чувствовать опору. Проверьте, что ваше колено не выходит за стопу и находится над ней, колено перед вами. Другим коленом мы будем тянуться к полу. Добавляем дыхание, наблюдаем за ним. Выдох, снова будет при движении вверх. Прямая спина, также ваша шея, продолжение позвоночника. Не касайтесь коленом пола, берегите свои колени. И не забываем дышать. Выдох через рот. Вдох и выдох. Доделываем. У вас 30 секунд и 15 секунд для отдыха или для смены упражнения. Следующее упражнение мы будем шагать в планку. Здесь будут работать все сегменты тела. Поставьте ноги на ширине плеч. И первое, вам нужно опуститься ладонями на коврик. Приседаем, ставим ладони, двигаемся назад в планку. Останьтесь пока так. Проверьте, что ваши плечи находятся над кистью. Локти раскрыты в сторону. Вы как будто руками раскрываете коврик. Далее прямая линия тела. Не проваливайтесь в лопатках. Толкнитесь вверх. Мою ладонь вверх. Так, это много. Да. Копчик, лопатки и затылок. Снова у нас одна линия. Да. Возвращаемся обратно. Ставим сразу стопу на пол. Возвращаемся обратно. Да. И мы будем двигаться, да, шагать назад в планку и возвращаться. 30 секунд. Поехали. Проверяйте, что вы находитесь в нужном положении. Не спешите вставать. Поставьте сначала одну стопу в исходное положение. Обратно возвращаемся. Одна нога, потом другая. И затем мы будем подниматься. Да? Не спешим вставать. Одна нога, другая. Да, и также поднимаемся. Сначала поставить стопы, потом встаем. Ноги находятся на ширине плеч. Хорошая опора. Не проваливаемся вниз. Одна нога, другая. И поднимаемся. Стараемся стопу поставить сразу полностью на пол. Отлично. Переходим к последнему упражнению. И оно будет лежа на спине. Ложимся на коврик. Упражнение на прямую мышцу живота. Ну, пресс так мы его еще называем. Будем укреплять прямую мышцу живота. Сгибаем ноги в коленях, стопы ставим на коврик. Ноги на ширине плеч, хорошая опора. Расположите стопы на ширине плеч. Убираем руки за голову. Ваши локти находятся в сторону и вверх, в поле вашего зрения. И на выдох мы будем отрывать плечи и лопатки. Пробуем. Не забывайте засекать время. Вы будете двигаться так 30 секунд. На выдох мы поднимаемся, вдох, опускаемся. Работает у нас прямая мышца живота, и мы следим за работой грудной клетки. Сейчас наши ребра двигаются к тазу, сокращая расстояние между ребрами и тазом. И опускаясь вниз, мы растягиваем прямую мышцу живота. Так у нас будут работать мышцы, сокращаемся. Выдох будем делать через рот, вверх, выдох и вдох. Взгляд у вас двигается из положения наверх, перед собой, коленем. Руками не нужно давить на голову. Ваша голова, наоборот, отдыхает, лежа на ладонях. Не давите. Доделываем 30 секунд. Выпрямляем ноги, поднимаем руки вверх. Тянуться в разные стороны. Не забудьте в конце тренировки сделать небольшую заминку и упражнение на гибкость. Ольга, спасибо за проведенную тренировку. Мы надеемся, наш выпуск был для вас полезен и ваши домашние тренировки станут более эффективными. Ждем вас в эфирах и будь в форме на телеканале «Видное ТВ».